Hey, салют, друзья! Добро пожаловать в Silent Hill Downpour. Продолжаем играть. Всем приятного просмотра. Добрались мы до некого векового здания. И что же нас дальше ждет, пока неизвестно. Но самое пока стрёмное то, что у нас нет оружия. То есть придется драться в рукопашку. Так, здесь нужна какая-то карточка. Черт подери. Так, что здесь? Блин, как-то все крайне подозрительно. Так, мне нужно найти какое-нибудь оружие. Какое-нибудь оружие. Палку. Что-нибудь. Так, может здесь что-то лежит? Окей, давай возьмем стул. Другого выбора нет. Будем гонять со стулом. Так, здесь у нас что? Так, здесь, скорее всего, все заперто. Так, рация звучит, а это значит, что в скором времени, возможно, появятся какие-то монстры, да? Черт, эта парковка не внушает доверия. Так. Мы, если что, на нижнем уровне здания и... Блин, как все здесь крайне подозрительно. Фу, главное, что мы нашли оружие. Так, копы. Так, давай посмотрим. Оу, пёсель. Эх, блин, хорошо бы тебя взять с собой против всех этих монстров, но увы и ах. Так, окей. Так, подожди-ка, здесь что-то есть. А, здесь мы можем взять, если что, разводной ключ. Так, погоди-ка. Ага, так, здесь все заперто. Вот этот спуск вниз какой-то очень дико пугающий. И давай... Так, я смогу как-нибудь откачать воду. Окей, давай, если что, сейчас замочек разобьем к чертовой матери. Так, и... Ага, там вода. Откачать воду, блин. А хотя, стой. Вот это, кстати... Решение будет классным. Так, сейчас все сделаем. Отлично. Так, поехали, запускаем. Так, посмотрим, сработает ли. Да, Мёрфи, сработает, вообще не волнуйся. Так, главное, чтобы только на этот звук всякое дерьмо не прибежало. Это очень бы не хотелось бы попасться. Так, погоди-ка. Здесь вообще какая-то фигня. Так, окей. Все, вода откачалась? Да, отлично. Дорогие друзья, можем идти дальше. Так, нам нужна ID-карточка. Но где нам ее достать? О, черт. Боже мой. Так, карта доступа. Отлично. Тихо. Вау, 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 вау. Так, 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 так. Оно заполняться начало. Черт, а это еще что? Блин. Так, Мёрф, давай. Погнали, пушка. Ага. Так, спокойно. Блин. Промазал. Так, тихо-тихо, перезаряжай. Да, блин. Ах, ты посмотри. Черт, ай. Пошел нафиг. Блин. Есть. Так, 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 бери, бери, бери кувалду. Так, бери кувалду. Он же сейчас встанет. Так. Как всегда появились новенькие. Господи, он так болтает ножкой, как будто еще живой. Черт. Погоди, здесь третий был. О, черт, бедная собачка. Блин, монстрики сюда пробрались, конечно. Это не очень хорошо. Так, сзади никого. Ух. Так, хорошо, хорошо. Карта доступа, дорогие друзья. Так, где она? Так, так, карта, 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 карта. Вот она. Так, используй. Все, let's go. Так, что у нас здесь? О, блин, как мне нравится это старое управление Silent Hill, заметь. Его здесь использовали.
Так. Окей. Что? Что? Ты видишь там этот колясочник? Что? Черт! Включаем радио. Так. Эй, диджей, с мелодиями, которые вы любите год за годом, год за годом. Мы вместе уже долгое время, Silent Hill, и мы прощаемся с друг с другом. Видите ли, у диджея Рикса важные новости специально для всех. Так что... Окей, не говорите чупху, знаете, как выбраться из города. Окей. Подожди-ка, здесь что-то есть. Ага, можем здесь пройти. Так, о, погоди-ка, здесь походу аптеча. Ты видел, тут труп с коляской встал. Блин, как меня это напрягает. Так, давай, открывай. Тихо, спокойно. Вот он здесь был. Или не был. Короче, хрен его знает, дорогие друзья. Главное нам сейчас понять, куда дальше двигать. Так, куда нам дальше двигать? Так, здесь ничего, тупик. Блин, эти звуки. Вот знаешь, музыкальное сопровождение здесь просто охренительно на высоте. Вот здесь был этот колясочник. Черт. Блин. Вот теперь я начинаю напрягаться, дорогие друзья, по полной. Так. Давай, нажимай, открывай. Все, заходим в лифт и сваливаем. Там точно никого сзади, хух. Господи, страшно. Страшно, дорогие друзья. Все-таки это хоррор-игра. Добро пожаловать в библиотеку и архив Silent Hill. Оу, май гад. Черт, я уже чувствую, здесь что-то нас поджидает. В этой чертовой библиотеке крутых книжек, возможно. О, боже мой. Так. Ладно, это обычная библиотека мёртв. Давай расслабимся. Здесь хорошо, наверное. Ай, блин, вы прикалываетесь. Тихо, 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 тихо. Ага. Так, это что у нас еще такое? Ультрафиолетовый фонарь. Нажмите для переключения между обычным. Хорош. Хорош. Все, буду ходить с ультрафиолетом. Красотища. Так, ладно. Пора нам вырубать доски. Так. По факту, дорогие друзья, я уже даже, наверное, представляю, для чего ультрафиолетовый фонарик. Вспоминая, как в позапрошлой серии мы встретили невидимого... Блин, у меня язык заплетается, я тебе говорю. Невидимый монстр, короче, был. Тихо, ага, здрасте. Так, тихо, 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 тихо. Пошло нафиг. Ты посмотри, отходит. Так, черт. Блин, ты посмотри, какая хрень. Блин, да убей уже. Хух. Потрепали, потрепали, дорогие друзья. Так. Так, по идее мы можем... сдвинуть, да? Окей. Отлично. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Аптеча. Это хорошо. Так, давай-ка посмотрим вообще, сколько у нас аптечек. Ё-моё, да их будь здоров, 9. Отлично. Я даже думаю, может и не надо применять. Вроде пока наш Мёрфи жив да здоров. Так, окей. Хорошо, давай. Откроем и посмотрим, что у нас здесь. Блин, библиотека. Слушайте, как-то страшно. Боже мой, да... да сколько их? Сколько их здесь? Комнат? Вековое здание. Так, окей, мы типа здесь, можно пройти сюда, можно пройти туда. А типа там закрыто, окей. Так.
О, печатная машинка. Он, кстати, вот отсылочка есть, вот все-таки на Resident Evil, дорогие друзья. Какая-никакая. Черт подери, следы ведут туда. Так, я так понимаю, мертв, ты не будешь толкать это все дело. Тебе будет наплевать. Ну, как бы закрытые, закрытые, ну и хорошо. Тихо, здесь кто-то живет, блин! Черт! Блин, здесь какая-то хрень происходит. Кто-то что-то творит. Кто-то что-то чем-то занимается. Так, читать. Так, Рим. О, боже мой, что это такое? Другим жрецом в Древнем Риме специализируется на представлении... О, боже мой. Так, стой. Окей, типа, кому-то нужна была эта книга, и мы видим отпечатки пальцев. Так... Вот ультрафиолет творит чудеса, дорогие зрители. Так, что у нас тут? Блин, манекен, черт. Или это не манекен лежит, я не знаю, дорогие друзья. Ладно, давай подойдем. Так, похоже, у кого-то специфические вкусы в развлечениях. О, боже мой. Чё за хрень здесь творится, дорогие зрители? Так, можем подняться на второй, я так понимаю, да? Так, давай-ка толкнем. Вот загадки здесь, ребят, ну вот как в Resident Evil. Я тебе говорю, вот единственная серия игр, которая может конкурировать именно с Resident Evil, это Silent Hill. Вот это именно та серия, которая может по-настоящему конкурировать с серией Resident Evil. О, черт! О, черт, блин! Так, блин! Куда это ты? Черт подери! Блин, ну это слишком хитро, слишком хитро. Так, иди сюда. Так, сейчас прибежит здесь. А, не бежит. Так, черт! Черт! Пошел нафиг. Блин. Так, нас немножко потрепали, дорогие друзья. Сейчас главное взять быстренько кувалду и устранить этого чудика. Пока он не очнулся. Плохо то, что пушка с первого раза это не делает. Так, давай. Так, здесь уже кого-то обглодали знатно. Так, подлечимся. Подлечиться, святое дело здесь. Так, отлично, так, мемориандум, внутренний мемориандум. Боже мой, да реально, прикол это все читать. Так, этим письмом сообщает вам, что было одобрено досрочное освобождение для заключенного Мёрфи Пендлтона. А, окей, это мы читали. Так, связи с последним нераскрытым убийством заключенного на пьена наших объектов вам и вашим сотрудникам будет осуществляться полная и исчерпывающая проверка процедур изоляции и разделения полученных результатов. Принесите мне в кабинет позднее конца рабочего дня. Окей, это расследование вы должны провести с наивысшим приоритетом. Понятно. Где они это откопали? Я не знаю, Мёрф. Ну, что-то они реально откопали. И накопали. Какой-то информации. Так, окей, погнали на второй этаж. Что нам здесь встретится? Блин, вот это мне не нравится. Вот это здесь затишье какое-то. Да, блин, я тебя заметил. Ну все, выходи. Выходи. Кто не спрятался, я не виноват. Блин. Блин, черт, это невидимые монстры. Так. Окей, нас пытаются троллить, дорогие друзья, по полной программе. Черт. Что? О, май гад. Похоже, смахивает на часы.
Да, это часы, но... Где время-то разгадаю, ё-моё. Так, стоп. Окей, нам нужно туда. Окей, пройдемся еще там по кабинетам, дорогие друзья. Хотя, погоди-ка, в 207 сейчас забежим. Ага, чьи-то... Здесь следики, блин. Ну хватит уже. Я тебя увидел. Я тебя увидел, блин, невидимый монстр. Так, здесь кто-то, значит, был, да? Так, это что за банка с лекарствами, либо это пленка? Так, Стоп. Здесь можно что-то использовать. Но у нас ничего такого существенного нет. Блин, у меня патроны... Короче, дорогие друзья, все, пистолет не трогаем. Там патронов просто 3 штуки и все. Так, включим рано, вы слушаете диджея. Окей. Что у нас с диджеем? Тут где треки льются сладостными мелодиями и так далее. Эфирный друг будет... Окей. Хорошо, несущественная информация. Так... Так, аптечка нам пригодится. Забираем. Блин, ну я видел же ее. Я же ее видел, эту невидимку. Невидимые монстры здесь, дорогие друзья. Черт подери, хитрят. Но мы ее видим сразу под ультрафиолетом. Боже мой, я люстры испугался. Так, здесь не шиша. Блин, как-то надо разгадать эту загадку. Так, бинго, дверь открыта, дорогие зрители. Так, что у нас здесь? Так, 205-е, да? Так. Какая-то странная комната. Так, погоди-ка, исследовать. Так, давай исследуем. Дом Шепардов. Шепардов? Стоп. Дом Шепардов, дорогие друзья. Так, погоди-ка. Да, это дом Шепардов. Если что, в 5-й части Silent Hill Homecoming есть такая часть, дорогие друзья. Она есть, кстати, на компьютере. Так вот, играем мы за Алекса Шепарда. И как раз это его дом. Вау. Ну и отсылочка. Привет, сволота. Блин, здрасте. Да я трясу. Раз, два, три. Да знает, когда отходить. Так, и хоп. Хоп. Блин. Все, готово. Фух, что у нас здесь? Это второй этаж, я так понимаю, вот этого холла. Так, погоди, здесь ничего нету, да? Я так понимаю, все заперто, все закрыто. Так, ну я чувствую, мы сейчас обойдем эту тему. Так, думаю, я смог бы выбраться отсюда на этажом выше. Так, доктор Редкерн, клинический психолог, помогаю отдельным лицам и парам справиться с потерей ребенка. Ты думаешь позвонить? Или как? Так, пока непонятно. Ага, так, давай взберемся. Так, выдержат ли меня эти вещи? Да выдержат. Вообще не парься. Но главное, мы видим еще чьи-то следы, дорогие друзья. Босых ног. Угу, так, следы прошли туда. Так, стоп. О, блин, сколько еще надо обследовать? Хотя, смотри, мы все это просмотрели. По идее, еще остается там что-то там намутить. Я так понимаю, да? Окей. Погнали. Здесь какой-то был знатный пожар, да? Черт, все обвалилось. Так, только ты, главное, не упади. Тихо, блин. Начинается гребаный смех. Так, тихо, спокойно. Спокойно, просто идем. Это просто обычная доска.
Черт, так, не отвлекаемся. Мёрф, не отвлекайся, это всего лишь там кто-то пробежал, неважно, кто это. Так, все, давай просто... Ты гонишь еще доску? Ну ладно, давай рискнем. Раз, два, три, полетели и пошли. Так. Тихо. Так, давай. Давай, потихоньку. Отлично. Ах ты, черт! Мартышка ты гребаная! Манекенская! Ага! Я вас найду, блин! Мне тут такую хрень пришлось, блин, преодолевать. Сейчас еще меня будут тут сюрпризы поджидать, еще не хватало. Так, ладно, давай подлечимся. Все-таки как-никак. Подлечиться дело здесь святое. Так. Ага, следы идут туда. Ага, можно спуститься вниз. Ну не знаю, блин, спускаться как-то неохота. Или спустимся. Ладно, давай спустимся. Или не? Мёрф не хочет спускаться. Окей. Так, погоди-ка, куда следы ведут? Так, и следы шли. Наверное, сюда ведут. Блин, начинается. Блин! Черт! Как меня бесят эти невидимки! Я из-за вас кувалду, блин, посеял! Ну-ка! Ну-ка, где ты тут? Хоп, хоп! Ага! Ну-ка, иди сюда! Так. Капец! Девчонки, вы что-то распоясались! Мне нравится с вами веселиться, но только, блин, можно более получше! Так. Так, окей. Фух. Всех убили, черт, блин. Какого хрена? Вот это проблема. Так, может надо в лифт обратно это дерьмо было закатить? Черт. Как-то непонятно. Ладно, давай, используй. Лифтец. Хотя мы сейчас сами свалим уже на лифте по... Чего? На третье? Ага, так. Ну хорошо, на второй погнали. Мне надо как-то отсюда выбраться, я не знаю. Так, на втором мы были. Стоп, тогда на первый. Let's go. Класс, оружие у меня обычное, блин, палка, ковырялка. И куда дальше идти? И куда идти дальше, дорогие друзья? Интересное дельце. Стоп, может здесь я смогу все-таки... Ага, 18-й есть. Уф, и где же мне искать карту до... Лифт к радиостанции. Ты прикалываешься? К радиостанцию нужно. Еще сейчас карту доступа. Где я тебе ее найду, скажи мне. Господи. Так, ребята, здесь мы не были еще. Так, патроны для пистолета. Отлично. Так, патроны для пистолета. Так, мне нужно каким-то образом, каким-то неведанным образом, значит, так, подожди-ка. Ага, так, здесь какой-то обвал. Стоп, понимаешь, вот это сражение с манекенами просто отвлекло. И получается, что мы, возможно, вот это место пропустили. Так, Мёрф. Надо спрыгнуть. Да, мы его пропустили. Так, а я тут бегаю, не пойму, куда нам идти. Так, а это значит, что здесь мы уже что-то донайдем.
Так, главное, у нас с собой монтировка, дорогие зрители. Так, слушай, здесь мы вот не были вроде как. Или были? Или уже не были? Или не были? Слушай, мы здесь не были. Отлично. Так, здесь что-то есть. Взять, так, слайды. Отлично, дорогие зрители, а вот и слайды. Так, это значит, так, 201. Так, не, нам не надо. Так, возвращаемся обратным путем, используем. Так, давай посмотрим. Возможно, кстати, там как раз будет решение головоломки. Так, отлично. Ага. Ага, окей. 6, 9, 1. Все вообще без проблем. Погнали. Так. Подожди-ка. Так, крутить влево. О, бинго! Наконец-то, дорогие друзья. Так, погнали. Поворачиваем вентиль. Так, какой тяжелый вентиль. Так, что мы там найдем? Там за этой дверью что-то кричало, и вот это следы на этой двери не сулят ничему хорошему. Черт! Карта доступа. Так. Ладно, давай посмотрим, что у нас. Так, ну так, что ж, мы с тобой партнеры или все-таки труды были напрасны? Я к тому, что это, мне кажется, все равно проигрышная ситуация, так ведь? Парни вроде Напье просто не имеют права дышать тем же воздухом, что ты или я, понимаешь? А теперь суды и разбитые сердца настаивают, чтобы мы изолировали таких, как он. Так, для безопасности можешь поверить в это дерьмо. Так, ради их безопасности. Так, ну тогда позвольте спросить, а как насчет безопасности Чарли, а? Значит, вот как все будет. Я допущу тебя на Напье. Дам некоторое время на этот никчемный мешок с дерьмом. Послежу, чтобы никто не нашел его, пока у меня не будет возможности все прочесать и вытащить тебя. Но взамен ты должен мне услугу. Ты ведь сможешь для меня это сделать, приятель? Эх, конечно сможешь. Я знаю, ты человек слова, Мёрфи. Так, блин, не нравится мне все это, дорогие друзья. Помни, лапочка, за тобой должок. Черт. Все, и дверь исчезла. Все, обратно вернулась на свои места. Так, а теперь... А, ID-карточка, конечно, блин. Я ж вспомнил, дорогие друзья. Стоп. Немножко не туда вышли. Блин, начинается задница. Так, слайды. К черту слайды. Так, подожди. Стой. Так, ID-карточка, значит, мы сможем проехаться на верхний этаж, по идее. Окей. Так, открывай. Так, вызываем лифт, пока не прибыли гости, дорогие зрители. То сейчас придут опять эти манекены, я так не хочу с ними сталкиваться. Все, погнали. 18-й, оу, да, так. Что ж там будет, дорогие зрители? Главное, что мы едем. Здание высокое. Ну, главное, мы сейчас попадем на радиостанцию. Вот, ВЛМН-ФМ. Отлично. Так, что у нас по журнальчику? Ага. Окей. Блин, тут дофига комнат, представляешь, что, то есть у нас там комнаты были 200 какая-то, а здесь уже 1700, какая-то гуёмая. Что ж, до меня я не знаю с уверенностью ничего. Оу, так, ни один из звезд заставляет меня мечтать. Окей. Прикольненько.
Какие-то воспоминания, дорогие зрители. Кстати, сюда... Ага. Это мои братья и сестры, была еще одноклассника рок-н-ролла от диджея Рикса. И это прекрасный денек. Синоптик говорит, что к нам движется буря. Чтобы испортить веселье, так что задрайте люки, устройтесь под одеялами со своими любимыми, потому что будет тяжелое испытание. И, кстати, от тяжелых испытаний у нас есть еще одно послание для парня с большими планами. Мёрфи Пендлтона, кто-то снаружи следит за тобой. Мёрфи. Так что будь начеку и следуй курсу. И такой Мёрфи врывается. Эй, чувак, заходи. Сейчас как раз крутится диск, так что ты никак не помешаешь. Чел, у тебя такой вид, будто ты призрака увидел или типа того, ты в порядке? Нет, не совсем. Рад слышать. Итак, чем мы можем помочь тебе, диджей Боб Рикс, Мёрфи Пендлтон? Так, я тебя узнал, диджей Бобби Рикс рассказал помочь тебе, помочь Мёрфи, хочешь я тебе... Так, поставлю музыку. Так, вызови, передать все эти... Так, я тут парень, который хочет передать послание, получил их и пришел найти тебя. Окей. Боюсь, ты нашел не того парня. Мёрфи, я не знаю, о чем ты говоришь. Но если хочешь услышать какую-то песню или передать кому-то сообщение, я могу. Вау, музыка из Silent Hill 1 звучала, дорогие друзья. Вы слышали шоу диджея Рикса, где треки льются сладостными мелодиями один за другим. Денек с диджеем Риксом, вашим эфирным другом, всегда будет погожим. Послушай, я прошел все эти круги ада, чтобы сюда добраться только потому, что ты меня звал. Хватит этой чуши, потому что у меня нет на это времени. Остынь, приятель. Если не понизишь голос, то втянешь в беду всех. Это точно никто не хочет. Окей, ты ведь не знаешь, кто это может подслушать. Понимаешь? Слава богу, наконец-то меня кто-то услышал. Я даже не могу сказать, сколько уже времени, я просто прокручиваю эту запись. Снова и снова, надеясь на что-то. Что за чертовщина тут творится, Рикс? Что это вообще за место? Нет времени объяснять. Если мы хотим отсюда выбраться, раз уж ты забрался так далеко, значит, мы можем попытаться выбраться отсюда. Какой у тебя план? Значит, слушай, я нашел одну лодку, она стоит на якоре на пристани. Она быстрая, реально быстрая. Проблема в том, что какой-то ублюдок рылся в студии и перекарманил ключи. Я смогу ее завести запросто? Не сработает. Это место, оно творит странная хрень с реальностью, чувак, как будто... Есть правила, которым нужно следовать, понимаешь, о чем я? Бобби Рикс? Ага. Да, конечно. Кто собирается? Но я... Это мило, что ты думаешь обо мне? Ага, отлично, спасибо. Они идут. Кто? Это не важно, нам надо найти эти ключи. Они на серебряной цепочке с биркой «Свобода», ты не пропустишь их. О, черт! О, полиция, Пендлтон! Черт, возьми, опусти пушку. Мы можем отсюда выбраться. Ты, мне нужен твой телефон. Извините, леди, он только для входящих. Так что люди хотят быть услышанными, не значит, что они хотят слушать. Поверьте сами. Что за херня здесь творится? Нет! Нет, проклятие! Черт, боже! Какого хрена? Куда все пропали? Куда все исчезли? О, капец. Окей. Ну что ж, наверное, дорогие зрители, мы здесь и закончим данную серию. Уж больно она у нас затянулась. Сегодня были прям сильные такие загадки. Ха, блин. Конечно... Мёрфи, я бы точно так же бы от такого же дерьма кинул бы в стену этот грёбаный лом. Да, прям реально все жестко. Окей, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.